Ребята, всем привет! После тех видео, в которых я рассказываю, от каких блогеров я отписался и почему, вы в комментариях попросили рассказать о блогерах, на которых я подписался, на которых я подписан, и тоже почему. Поэтому сегодня я, скажем так, возможно, даже рекомендую к тому, чтобы подписаться на следующие каналы. Мне они очень интересны, какие-то меня развлекают, какие-то дают ценную информацию. Первый — это как раз развлекательный канал Виталия Орехова. Образ бати просто неподражаемый. Я смотрел, периодически у меня выпадали это видео в рекомендованных, но вот после того, как они сделали своей командой ролик под пародию на Маски Шоу, я с этого ролика угорел, пересмотрел его несколько раз, нахлынула ностальгия, и мне настолько понравилось, что я подписался на этот замечательный канал и начал буквально взахлёб пересматривать все видео там, где присутствует образ бати. Я думаю, вам тоже этот канал очень зайдет. Если вы на него еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Второй канал, он появился, насколько я понял, совершенно недавно. И я о нем узнал из Инстаграма. Я давно подписан на Костю Дзю в Инстаграме. И смотрю, начала появляться школа бокса. И более полное видео, отсылка была на YouTube. Я перешел, подписался, очень много там полезных, правильных вещей. Костя рассказывает Дзю о том, как вести себя в ринге, как правильно боксировать, нарабатывать удары, скорость и все прочее. Контента там много интересного, и регулярно канал им пополняется. Ну, это касательно драки по правилам в ринге. А вот что касается уличной драки, то мне очень понравился канал, на который я совершенно случайно попал. Это канал Алекса Стоянова. Я автора просто могу забыть, поэтому себе сделал пометочку. Там у него рубрика есть «Разбор полетов». Случился какой-то замес, например, на улице, и случайно он попал, к счастью даже, на скрытую видеокамеру или просто в объектив кого-то снимающего. И начинается разбор полетов. Кто получил, почему получил, как получил. Авторы даже пытаются узнать судьбу тех, с кем приключились такие проблемы. В общем, интересные советы дают о том, как избежать, как повести себя в той или иной ситуации. Понятно, что каждая ситуация абсолютно частная, и лучше ни в одну из них не встревать, но все равно вот такая база данных накапливается, и она не будет лишней, как повести себя на улице в экстремальной ситуации. Ребята говорят, тем самым подготавливают нам к суровой реальности жизни. Очень интересный канал еще — Академия Джо Рогана. По большому счету это перевод англоязычного канала с подкастами Рогана. Кто такой Джо Роган, все знают. Это комментатор UFC, это стендап-комик, это спортсмен, и он ученик Стива Максвелла. Подача его материала очень интересная. Мне нравится как то, как он юморит, и то, как он говорит серьезно о многих вещах, начиная от вселенной, заканчивая какими-то мелкими бытовыми проблемами. Мне идея его мышления и, в принципе, Джо Роган очень нравится, импонирует, поэтому я подписался на переводы и жду каждое видео с нетерпением. Еще один канал, который тоже вызывает у меня интерес, я его просматриваю не то чтобы регулярно, не то чтобы жду прям каждое видео, но все равно интересно получить информацию о том, кто же из наших блогеров является химиком, по мнению Никулина, или кто не является. Road to Battle Toad называется канал. Battle Toads, почему-то тут всплыла эта игрушка с лягушками. Опять же, ностальгия. В общем, такой канал интересный, познавательный, в том плане, что тоже автор глубоко копает под каждого блогера, рассказывает, кто обманывает, рассказывает, кто не обманывает. Поэтому переходите, посмотрите его мнение о основных топовых ютуберов. Я об этом не буду, конечно, рассказывать. Я просто высказываю свое мнение о том, от кого я подписался, на кого я подписался, чтобы мы примерно понимали сферу своих интересов. Ну, основная сфера наших интересов — это, конечно же, гиря. И сегодня, после вчерашних подъемов Знаменского, все крепатурит, так скажем, приятно очень, достаточно такая глубокая
крепатура связочек сустава, потому что все-таки работа была силовая по подъему гири. Но не хочу перегибать в начале палку в начале недели, потому что планирую тоже сложные элементы поделать. А сегодня то, что я вчера хотел сделать, называются они вращения халу. Берем и поехали. Раз, сто, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, 30. Упражнение интересное, прорабатывается трапеция, плечи, прорабатываются руки, и я его так думаю, подозреваю, что оно пришло к нам от упражнения с индийской булавой. Кто работал с этими булавами, ребята, напишите в комментариях, потому что я все прохожу возле магазина, там строительного есть плотник, и все, хочу себе заказать булавы, но не знаю, какого диаметра, что ли, делать, чтобы по весу они были нормальные. Но пока вот 24-очкой развлекаюсь, и я это упражнение частенько использую в разминке, потому что оно очень-очень хорошо разминает. Пока говорил, забыл, сколько я, 30, по-моему, сделал. Давайте еще 30-очку. Раз. Ой, желательно спины сзади не касаться. Два. Три. Но если небольшой перекат будет, ничего страшного. Четыре. Ого! Я, честно говоря, ожидал, что думал, оно зайдет, это упражнение немножко попроще, но отнюдь нет. Ну как такими руками брать телефон? Неизвестный номер. Ну, неизвестный по данным, брать сейчас не будем, потому что никак. Сколько я сделал? 15. 45. Походу придется в конце десяточек дополнительно сделать, потому что сбиваюсь со счета. Вот. Надо телефон убирать. Давайте повернусь полоборота, чтобы вы видели, как оно делается. 46. 47. 48. 49. 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 9. Катать совсем легко. Если вот так, то это совсем другое движение получается, если перекатывать по спине. А если держать на весу, очень-очень круто идет проработочка. 60, да?
Сейчас еще спиной развернусь, покажу, как спина работает. С обратной стороны. А у вас, если будут, ребята, идеи, напоминаю, упражнений на следующий день, уже на завтра, пишите в комментариях, для этого они существуют, чтобы мы, я же с вами тренируюсь практически онлайн, с небольшой задержкой, буквально сейчас полчаса, пока это видео возьму с камеры, закину на YouTube, пройдет. Так что тренируемся мы, по сути, с вами вместе, поэтому что нам завтра делать, пишите. А я напишу вам, расскажу еще о блогерах, на которых я подписан, возможно, от которых я еще отпишусь. И я думаю, не будем мы ограничиваться ребятами из Рутуба. Сделаем еще обзор англоязычных каналов. Со спины покажу. 60. Делаю упражнение, ребята, 75. Делаю упражнение, ребята, по 100 раз. Ты его чувствуешь. Оно полностью раскрывается. Ты начинаешь понимать, какие мышцы работают. Потому что еще Шварц говорит в свое время, что если ты не понимаешь, на какую мышечную группу работает упражнение, сделай его 50 раз с маленьким весом. И ты на следующий день все поймешь. А я сейчас уже прекрасно понимаю, это мне никогда не приходило в голову, когда я делал на разминке по 10-20 раз это упражнение с 16-килограммовой гирей. Сейчас с 24-кой я понимаю, что это упражнение на плечи, трапецию, из чего я точно не ожидал, трицепс. Уже рука до конца не догибается. Это получается, в принципе, и не мудрено, аналог французского жима. Французский мы делаем вот так. А тут же мы тоже выводим. Но у нас мышца работает трицепс, скорее даже больше, как в статике. Давайте доделаем. 75, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13. Даже, вы знаете, это упражнение интереснее тем, что еще и бицепс работает, как сейчас уже почувствовал в статике. Вот здесь вот идет удержание от бицепса, потом плавное получается переключение на трицепс. И снова включение бицепса, даже скорее, вот, брахиалиса, радиобрахиалиса. Очень круто, еще десяточек сделаем, и десяточек запасных, поэтому сейчас 5 сделаю, 10 раз сделаю, и пятерочку запасных, нет, 15 раз сделаю, и пятерочку запасных. Попробуйте обязательно, рекомендую это упражнение, очень-очень интересно оно выходит. Руки разгибаться начнут. 10, 11, 12, 13, 14. Теперь я наконец-то это упражнение спустя большое количество времени раскусил. Немного давит, вот как раз сползает, начинает гиря и давит уже на пальцы. Сейчас еще пятерочки запасных сделаю. Я раскусил, в чем фокус этого движения. Конечно, оно классно
работает для разминки, но и как отдельное упражнение для проработки, оно тоже очень шикарное. Давайте еще пятачок затащим. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Замечательное упражнение, не зря его индийские борцы делают с булавами регулярно. Думаю, что там инерционный момент еще больше и нагрузка еще более интересная. На сегодня, ребята, все. Каналы рассказал, которые рекомендую, упражнения тоже показал. До скорого. Пока-пока.